Холодным декабрьским утром, обдумывая предстоящее путешествие в Гималаи в поисках йогов и мудрецов, я случайно увидел на старинном здании викторианской эпохи объявление, которое сразу привлекло мое внимание. Оно гласило, что сегодня в 9 утра в Нью-Дели открывается международная конференция по йоге. В радостном предвкушении я отправился туда. Организатором этого большого и престижного мероприятия был английский йог Кристофер Хиллс, известный своей любовью к Индии. Четырехдневная конференция проводилась для того, чтобы собрать как можно больше разных гуру и йогов, лам, пандитов и мудрецов и дать им возможность поделиться своей мудростью с людьми. Среди приглашенных на конференцию были даже те, кто провел несколько десятилетий в джунглях в полном уединении и теперь собирался выйти к человечеству. С утра до позднего вечера одновременно в 7 местах были запланированы даршаны, духовные встречи. Позже я узнал, что на конференции присутствовало около 800 йогов. Я не мог поверить своей удаче. В первый день в большом шатре я встретился с одним из величайших учителей йоги, Шри БКС Айенгаром. Он очень доступно объяснял науку хатха-йоги. А в это время его ученики демонстрировали разные асаны, позы, помогающие достичь гармонии тела и ума. Один из учеников БКС Айенгара сидел с закинутыми за шею ногами. Другой держал равновесие, опираясь только на предплечье. Ноги его были заброшены назад, а ступни касались головы. Третий неподвижно стоял на голове, а четвертый балансировал на одной ноге, выгнув спину и закинув другую ногу так, что она касалась его головы. Мальчик лет 11 глотал длинную полоску ткани, а потом вытягивал ее обратно, очищая желудок. Другой мальчик чистил носоглотку, протягивая через ноздрю и рот тонкую нить. Я был поражен, с какой легкостью дети могут выполнять подобные вещи, если опытный учитель обучает их этому с малых лет. В ходе занятия Шри Айенгар объяснял присутствующим пользу каждой из процедур. На меня произвели глубокое впечатление убежденности и сострадания, сквозившие в его речи. Явственно ощущалось его горячее желание поделиться со всем миром даром йоги. Тогда я еще не подозревал о том, что несколько лет спустя Шри Айенгар станет моим близким другом и неизменным доброжелателем. Когда я выходил из шатра, ко мне подошел невысокий, сухопарый пожилой человек с обритой головой в ярко-оранжевых одеждах. Это был буддийский монах из Юго-Восточной Азии. Широко улыбнувшись мне, он представился как Бхикку Вивекананда. Его поразило, что я, молодой американец, ищу Бога. С этого момента на протяжении всей конференции мы не расставались. У себя на родине, в Таиланде, Бхикку был духовным учителем нескольких тысяч монахов в одном из монастырей. Чтобы попасть на эту конференцию, он проделал долгий путь. Хотя Бхикку было почти 60 лет, он был жизнерадостен и энергичен, как подросток. В промежутках между посещениями лекций и других событий конференции он, говоря с приятным тайским акцентом, объяснял мне философию буддизма. Именно на этой конференции я впервые увидел Свами Раму, который позже прославился как основатель Гималайского института. Это был высокий, облаченный в очень чистые одежды, благородный мужчина с величественной походкой. Один его вид вызывал уважение. У него были бездонные черные глаза и зачесанные назад седые волосы, не спадавшие до плеч. Мне хотелось узнать о нем побольше, впрочем, как и о многих других участниках конференции. Поэтому я не только расспросил его учеников, но и прочитал всю доступную информацию о нем. Свами Рама родился в 1925 году в Гималайской деревне. В раннем детстве он ушел из дома и стал жить в джунглях вместе с Риши, святыми людьми. Низким голосом Свами Рама рассказывал, как его гуру велел ему нести древнюю мудрость гималайских мудрецов на запад.
«Делай все, что в твоих силах», — сказал ему духовный учитель, «но если ты станешь тешить свое самолюбие, или если у тебя появятся какие-то корыстные мотивы, тебе не видать успеха. Я даю тебе такое благословение. Если ты будешь самоотверженным, любящим и бескорыстным, то высшие силы будут помогать тебе, и всем твоим начинаниям будет сопутствовать успех». Желая продемонстрировать всем могущество йоги, Свами Рама пригласил нескольких американских врачей. Когда он погрузился в йогический транс, врачи подключили к его телу современные диагностические приборы. Свами Рама, в частности, показал, что может на 10 градусов увеличить температуру в заданной точке левой руки, замедлить пульс с 74 до 52 ударов в минуту всего за 50 секунд, а также по своему желанию генерировать разные формы мозговых волн, сознательно перемещать по комнате физические предметы или даже останавливать свое сердце. Выйдя из транса, Свами Рама пояснил: «Ум пронизывает все наше тело. Власть ума над материей достигается благодаря контролю над сознанием. Для этого не требуется больших знаний, но то, что вы знаете, нужно применять на практике». Сложив ладони, он добавил: «Я продемонстрировал это не для того, чтобы доказать, что я сверхчеловек. Я просто хотел показать возможности науки йоги». После этого Свами Рама объяснил, что йога уходит корнями в глубокую древность и является величайшей из наук. В йоге нет места суевериям или сектантству, и с ее помощью можно достичь результатов, которые современные ученые не в состоянии объяснить. «Это наука, — сказал он, — благодаря которой человек обретает внутреннее просветление». Свами Рама произвел на меня сильное впечатление. Когда я попросил у него благословения, он низким голосом произнес: «Главное для тебя на духовном пути — это общение со святыми». Он поднял руку, обратив ко мне раскрытую ладонь. «Благословения мудрецов помогут тебе преодолеть все препятствия на твоем пути». Ночи я проводил прямо на земле под баньяновым деревом, которое росло возле конференц-центра. Утром меня будил своим клёкотом ястреб. Он расправлял крылья в гнезде прямо над моей головой, а потом взмывал высоко в небо. Дожидаясь открытия центра, я медитировал на свежем воздухе, сидя под баньяном. Завершающий день конференции прошел в Вигьян-Бхаване, самом крупном концертном зале Нью-Дели. 3000 человек собрались там, чтобы услышать наставления йогов и получить их благословение. Кристофер Хиллс, организатор конференции, напомнил о том, какая это удача находиться в присутствии стольких духовных учителей. А потом он неожиданно объявил, что программа должна завершиться ровно в 7 вечера. Мы не знали, что Хиллса предупредили о фанатиках, которые должны были совершить покушение на него и других с вами в 8 часов. Но разве может мероприятие с участием стольких йогов и с вами завершиться вовремя, да еще в Индии? Когда стало ясно, что не все успеют выступить со сцены, один из йогов вскочил и стал осыпать организаторов конференции оскорблениями. Кристофер старался успокоить собравшихся, но напряжение возрастало. За несколько минут до назначенного времени Кристофер Хиллс нервно взял микрофон, выдержал паузу и объявил, что конференция подошла к концу. Один из с вами, закрывая конференцию, стал петь мантру «Ом», божественный слог, помогающий нам привести сознание в гармонию с Богом. Такая пунктуальность возмутила некоторых учителей йоги, которым стало ясно, что они уже не успеют выступить. Ом еще звучало в воздухе, когда несколько йогов сцепились друг с другом в борьбе за микрофон. Одному из них удалось вырвать микрофон из рук другого,
и он с горящими глазами стал возбужденно говорить что-то, словно политик перед избирателями. Зал ошеломленно наблюдал за схваткой йогов на сцене. И эти люди призваны вести мир к гармонии и согласию? Никто не знал, что делать в подобной ситуации. Мы с Бхикку Вивеканандой только качали головами. Мои наивные ожидания были обмануты. Кристофер Хиллс героически отобрал у йога микрофон, выдернул шнур из розетки и исчез за кулисами. Так закончилась конференция. Выйдя из бурлящего эмоциями концертного зала в безлюдный вестибюль, я натолкнулся на высокого, худощавого человека в шафрановых одеждах. Длинные седые волосы и окладистая борода делали его похожим на древнего мудреца, как будто сошедшего со страниц священных писаний. Это был Свами Сатчитананда, ученик известного гималайского святого Свами Шивананды. Он поприветствовал меня веселой улыбкой и доброжелательным взглядом. Свами проповедовал древнюю науку йоги на Западе, и у него были последователи по всему миру. Он прилагал много усилий к тому, чтобы объединить людей разных вероисповеданий на основе общности духа. На первой же встрече с Папой Римским он высоко оценил его труды по объединению христиан во всем мире и тут же добавил: «Почему бы вам теперь не попытаться объединить весь мир? Ради обретения духовной гармонии сблизиться должны не только христиане, но и люди всей земли». Приехав на легендарный рок-фестиваль в Вудстоке, Свами Сатчитананда за один вечер прославился на всю страну и удостоился титула «Вудстокского гуру». Организаторы фестиваля попросили его выступить с приветственной речью на открытии фестиваля, рассчитывая, что он создаст атмосферу умиротворения. Прилетев на фестиваль на вертолете, Свами оказался лицом к лицу с сотнями тысяч хиппи и стал говорить им о том, что звук управляет Вселенной, а Америка ведет за собой весь мир. Он убеждал американскую молодежь творить с помощью музыки мир и радость. «Чем бороться за мир во всем мире, — предложил он, — давайте сначала обретем мир и гармонию внутри себя». На конференции я внимательно наблюдал за Свами Сатчитанандой, и меня впечатлило, с какой невозмутимостью и достоинством он вел себя во время описанного выше инцидента. Теперь он ласковым голосом обратился ко мне. «Я сожалею, что тебе пришлось стать свидетелем этой свары. Пожалуйста, попытайся понять одну истину. Разные люди находятся на разных ступенях духовного развития. Далеко не все из тех, кто занимается йогой, достигли совершенства. Но если мы будем критиковать их за это, то совершим непростительную ошибку. Самое лучшее, что можно сделать, это доверять людям с безупречными качествами и в то же время не прекращать самому заниматься йогой». Свами был очень спокоен и умиротворен, и его неторопливая и уверенная манера говорить не оставила меня равнодушным. Он объяснил мне, что мы созданы для счастья, любви и света, но забыли об этом, потому что чрезмерно отождествляем себя с телом и умом. Изначально мы были совершенны, но утратили свое совершенство. Так началось наше отождествление себя с несовершенной материей. «Суть йоги и религии, — говорил он, — заключается в том, чтобы восстановить свою забытую духовную природу. Йога — это метод очищения ради возвращения совершенства». Свами подчеркнул, что познать свою вечную природу можно, только преодолев склонность к эгоцентричности. «У всех наших проблем и всех наших беспокойств есть только одна причина — эгоизм». Метод восстановления своей духовной природы, которому он учил, носил название «интегральной йоги» и представлял собой синтез шести йогических школ. Свами Сатчитананда говорил о духовности простым, доступным языком, часто шутил, но при этом чувствовалось, что за его словами стоит глубокий опыт. Я поблагодарил его и собрался уходить. Встав прямо,
С вами сделал величественный жест худощавой рукой и произнес: «Занимайся духовной практикой с искренностью и дисциплинированностью. Истинный йог должен являть собой образец безупречного поведения». Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и раскрыл ладонь, благословляя меня. «Ричард, ты уже проделал долгий путь. Я желаю тебе найти сокровище в своем сердце». Тем же вечером мы с Бхикку Вивеканандой посетили лекцию всемирно известного писателя и оратора Джиду Кришнамурти. Это было отдельное мероприятие, и оно проходило в большом шатре Пандали. Мы вошли туда и сели во втором ряду. Пандал быстро заполнялся людьми, и рядом с нами сел мужчина лет 60. Его звали Дилип. «Хотите, я расскажу вам о докторе Кришнамурти?» — предложил он. «Это мой учитель». «Конечно же», — ответили мы. Дилип скрестил ноги, откинулся на спинку стула и начал свой рассказ. Кришнамурти родился в Южной Индии в 1895 году. Когда он был еще ребенком, на него обратил внимание известный ясновидящий Чарльз Лидбитер. Лидбитер и Ани Бизант, возглавлявшие в то время теософское общество, провозгласили, что этот ребенок – сосуд того же учителя мира, который обращался к людям через Христа. Ани Бизант помогла юноше получить образование в Англии и стала возить его по всему миру. Тысячи людей принимали его как нового мессию и вступали в организовавшийся вокруг него Орден Звезды. В 27 лет Кришнамурти официально принял титул просветленного учителя. К этому времени ему поклонялось уже более 60 тысяч членов Ордена. Дилип наклонился к нам, но в 1929 году он отказался от положения учителя и распустил свое религиозное движение. Внезапно все поднялись, приветствуя появившегося на сцене Кришнамурти. Это был безукоризненно одетый 75-летний старец, невысокий и худощавый. На нем был жакет в стиле неру и широкие брюки. Его чисто выбритое лицо покрывали старческие морщины, а седые волосы делали его похожим на ученого. Он учтиво поприветствовал собравшихся на великолепном английском. Глаза его лучились энтузиазмом и доброжелательностью. Впрочем, довольно скоро он перешел к революционным призывам. «В Индии слишком много гуру. Они диктуют нам, что делать, о чем думать и чем заниматься. Они диктаторы». Люди затаили дыхание, слушая его. «Истина — это неизведанная страна, а йога с ее дыхательными и гимнастическими упражнениями всего лишь психосоматическая акробатика. Ашрамы и монастыри — концентрационные лагеря для ума». Он сделал паузу и посмотрел прямо на меня. «Если у вас сложилась какая-то система медитации, то это уже не медитация, а полная бессмыслица и напрасная трата времени». Кришнамурти рассказал такую притчу. Однажды дьявол прогуливался со своим другом. Перед ними по дороге шел человек. Вдруг он нагнулся и подобрал с дороги какой-то блестящий предмет. Друг повернулся к дьяволу и спросил, что это было. Дьявол ответил: «Он нашел истину». «Плохи твои дела». «Вовсе нет», — спокойно отвечал дьявол. «Я помогу ему привести истину в упорядоченный вид». Желая подчеркнуть свою следующую мысль, Кришнамурти закрыл глаза и специально стал говорить медленно, делая ударение на каждом слове. «Мы должны произвести переворот в самих себе. Но как это сделать, когда в нашей жизни столько наносного? Мы проводим годы на работе и влачим бессмысленное, пустое существование». Он наклонился вперед. «Никакая организация и никакая религия не принесут вам просветления. Вы не обретете его ни с помощью каких-то догм, ни благодаря священнослужителям или ритуалам, ни изучением философии или психологических практик. Просветление нужно искать в собственном уме, наблюдая за его работой.
Оно приходит благодаря созерцанию, а не благодаря интеллектуальному анализу или логическим умозаключениям. Я с содроганием думал о том, какое впечатление эта лекция произведет на моего друга Бику Вивекананду. Ведь он был гуру для многих тысяч монахов, которые жили в монастыре с четкой структурой и распорядком, и учились у него медитациям и ритуалам. Я нагнулся к нему и прошептал: «Бику, он отрицает все, чему вы посвятили свою жизнь. Каково вам слышать это?» Бику удивился моему вопросу, широко раскрыл глаза и воскликнул: «Он говорит все правильно!» Озадаченный я спросил: «И что же вы теперь собираетесь делать, Бику?» Он вдруг стал очень серьезным. «Мне нужно хорошенько обдумать услышанное». В последующие дни мы посетили еще несколько лекций Кришнамурти, на которых он продемонстрировал поразительную убежденность и железную логику. Он славился как человек, который способен ответить на любой вопрос и опровергнуть любой аргумент. Но при этом в личном общении он оставался мягким, добрым и остроумным человеком. Я задумался над его учением. Писания Востока изобилуют примерами просветленных святых, которые неукоснительно следовали заповедям своей религии и наставлениям своего гуру. Как можно отринуть это все просто потому, что так сказал Кришнамурти? При этом во мне нашла горячий отклик его мысль о том, что духовная жизнь не приемлет поверхностного отношения. Мы должны быть готовы взять на себя ответственность. И если мы чересчур увлечемся внешней стороной духовной жизни, то можем забыть о ее главном предназначении – очищении сердца. Позже, сидя с Бику под тенью дерева пипал, я спросил, принял ли он решение о том, что делать дальше. Бику провел пальцем по краю своей кружки для подаяний. «Да, Ричард», — ответил он, — «я вернусь в свой монастырь в Таиланде». «Неужели?» — удивился я. «А я думал, вы станете последователем Кришнамурти». Бику задумчиво посмотрел вдаль, а потом вдруг сказал: «Да, я последую наставлениям мистера Кришнамурти». На его губах заиграла озорная мальчишеская улыбка. «Хочешь знать, как?» «Конечно. Я отвергну учение учителя, который призывает отвергать всех учителей и их учения», — шутливо ответил он со свойственным ему приятным тайским акцентом. В тот же день я простился с Бику Вивеканандой и пошел пешком на Коннот Плейс, деловой центр Дели. Там я сел под деревом Ашока и написал письмо в Америку своим родным. У меня нет слов, чтобы описать, какое влияние оказывает на меня Индия. Этим все сказано. Я люблю вас всем сердцем и молюсь о вашем благополучии. Ричард, Нью-Дели, Индия, декабрь 1970 года. Коннот Плейс, построенный по английскому проекту, представлял собой улицу в виде кольца, в центре которого был разбит просторный парк. Прогуливаясь по одной из прилегающих улиц, я заметил объявление, написанное от руки. «Религиозная живопись. С.С. Бриджабаси и сыновья». Под ней на тротуаре лежали стопки репродукций размером с лист пищи и бумаги. Мне стало интересно, и я решил подойти поближе. Картины, изображающие каких-то неведомых мне божественных персонажей, выглядели необычно, но очень красиво. Они напоминали окна в волшебный мир ярких красок и мистики. Мне захотелось купить какую-нибудь репродукцию для медитации. Заглянув в сумку, я обнаружил, что оставшиеся у меня мелочи едва хватит на одну картину. Целый час я сидел на корточках и рассматривал их. Одна изображала восседающую на льве красавицу с восьмью руками, в которых она держала меч, секиру, копье и другие виды оружия. На другой, верхом на мыши, ехал какой-то сказочный персонаж с головой слона и большим животом. Перебирая картины, я встретил еще одну, привлекшую мое внимание. На ней был изображен возлежащий на многоголовом змее прекрасный юноша с телом синеватого цвета.
Каждая из четырех его рук была украшена драгоценностями. На следующей картине был изображен умиротворенный йог, погруженный в медитацию. Его руки и ноги были обвиты змеями, голову украшал полумесяц, а волос стекала струя воды. Затем моему взору предстал героический юноша с копьем в руке, оседлавший павлина. Еще одна картина изображала могучую обезьяну в короне, с глазами, излучавшими преданность. Обезьяна с улыбкой летела по небу, легко неся на ладони целую гору. Я рассматривал картины одну за другой, пока не наткнулся на многорукую фигуру с дюжиной голов, каждая из которых была не похожа на другую. Ужасающего вида люди летели в его разверстые пылающие рты и исчезали в них. Стиль этих картин был очень необычен, а изображенные на них персонажи выглядели совершенно невероятно. Откуда они взялись? Из каких сказок и мифов? Этого я не знал. Но было очевидно, что художник писал эти картины по вдохновению свыше. Я растерялся, не зная, какую выбрать. И вдруг в стопке картин попалась одна, персонаж которой понравился мне больше всех. У него была кожа голубого цвета, а его корону украшало павлинье перо. Изящно изогнувшись, он стоял в лесу на берегу реки и играл на флейте. И на него с любовью смотрела стоявшая рядом белая корова. Полная луна заливала очарованный лес жемчужным светом. Неожиданно глаза мои наполнились слезами. Неизвестный юноша, изображенный на этой картине, казалось, проник в мою душу. Что случилось со мной? Я чувствовал, как он зовет меня. Но разве такое может быть? Ведь это всего лишь картина, изображающая мифического героя, о котором я ровным счетом ничего не знаю. Его имя было написано внизу древним, незнакомым мне шрифтом. Я отдал продавцу свои последние деньги. Их оказалось недостаточно, но продавец улыбнулся и протянул мне эту репродукцию, с которой я не расставался до самого конца своего путешествия. Кто же изображен на ней? Ответ на этот вопрос мне суждено было узнать еще не скоро.